Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня мы с вами будем пробовать необычный формат видео. Называется он «Бегу в фикс прайс». На самом деле я очень много покупаю в фикс прайс интересного, то, что мне нужно, то, что мне пригодится. Но есть много того, что реально я вижу крутое, классное, но оно мне не пригодится, и я бы тратила тогда вообще сумасшедшие деньги, если бы брала все подряд и все новинки. Поэтому сегодня мы с вами зайдем в один из моих любимых фикс прайсов, находится он на улице Металлургическая, и посмотрим, какие же новинки, которые я, к сожалению, себе брать не буду, но, возможно, они вам понравятся. В общем, все новое и, на мой взгляд, прикольное я вам покажу, и мы посмотрим вместе. Пойдемте! Корзинку возьмем. Мало ли что. Итак, я обратила внимание на вот эту вещь. Это у нас обложка для паспорта, насколько я поняла. Подарочный набор такой. И ярлычок, если вы куда-то едете отдыхать на чемодан. 99 рублей. По-моему, очень даже мило. Здесь можно подписать, чей чемодан. С такой вот штучкой. И вот такой цвет еще есть, мороженка. Мне показалось это очень милым, но у меня есть уже обложка, которую я пока что не изменяю. А на чемодан ничего не вешаю. Очень мне понравилась вот эта штучка. Только я не знаю, брать или нет, но она одна осталась. Может, надо брать? Еще груша. Блин, так красиво. Так красиво. 199 рублей. И яблоко. Это чисто для декора. Вот я думаю, брать на фон. Блин, красивенькая капелька. Еще я увидела вот такие интересные печатки для детей. То есть они идут с чернилами, с цветом. И вот такие печатки. Здесь нарисовано, что где у нас. Целый набор. 200 рублей. Также есть разные вот такие печаточки. Разных цветов. Вчера она же мне звонила. Текстовыделители вот в такой коробочке. Кстати, здесь есть розовый. Розовый мне всегда нужен. Но у меня много их пока что уже. Поэтому не беру. Кстати, если кто-то самостоятельно делает маски, здесь есть очень много масел. Масло можжевельника. Что еще тут у нас? Масло эвкалипта. Мята перечная. В общем, много всего. Линейка-браслет. Вот такие прикольные игрушечки по 77 рублей. У них лапки на магнитиках. И они цепляются за ручку. И вот так держится. По-моему, тоже прикольно. Ручечки с барашками новые. И жирафики. Вот такой вот прикольный телефон-калькулятор. Для ребеночка, который любит на кнопочки нажимать. По-моему, прикольно. Тоже 200 рублей. Розовые и голубые есть. Вот они голубые. Смотрите, игрушка-лошадка пони. С длинными волосами цветными. Наверное, ее можно расчесывать. Вот такая, 200 рублей. А вот эта карета отдельно продается. Офигеть. Смотрите, какая стильная детская посуда. Классная вообще. Кстати, давно уже вижу и все еще не беру, потому что я не делаю маникюр себе, не обрезаю ничего. Но очень удобная штучка. 77 рублей для маникюрчика. Кстати, раньше для кинетического песочка мы использовали бассейн маленький, а теперь есть отдельные надувные песочницы. Вот такие. Разных цветов. Вот это безумно крутая расческа. Я не устаю о ней говорить. Очень классная. Именно с ручкой. Очень мягкие вот эти штуки, которые не царапают кожу. А вот это у меня была предыдущая. Вот она царапает немножечко. Интересные блокнотики, у них странички, смотрите какие. Половина беленьких, а половина таких коричневых. Прикольно. Блокнот сердца, 96 листов, необычный. Смотрите, еще какая-то новая электрогитара. Интересно, любопытно. О, эта гитара еще и на батарейках, представляете? Нужны три батарейки. Есть кнопка включения-выключения. Это уже совсем другая история. Думаю, прикольно что-то. Стоит 200 рублей тоже.
обратила внимание на симпатичную кофточку, но мне почему-то кажется, что это полностью синтетическая. И я, честно говоря, малышу вот в фикс-прайсе одежду не покупаю, если это не хлопковые трусики какие-нибудь максимум. Вот. А здесь, да, 68% хлопок, 28% полиэстер, 4% эластан. Ну, так симпатичная. Такая вот еще по 200 рублей голубенькая есть. Симпатичная. Впервые увидела рулонная штора. 40 на 170. 200 рублей стоит. Смотрите. Цвета разные есть. Крепление здесь. Что интересно. Смотрите, какой милый будильник. Сколько он стоит? 199 рублей. Ну, конечно же. Сейчас в фикс-прайсе все по 199. Что-то... Я вам все по 199 рублей только показываю. Вот еще интересную вещь увидела. Это... Ой, сейчас достану. Муляж камеры. Короче, ну, знаете, муляж камеры может и отпугивать кого-нибудь. Привесили вот так, и типа камера над дверью прям. И уже к вам никто не зайдет. Левый. Прикольная штука. На батарейках она, наверное, еще красненьким горит, типа включена. Классная же идея. Кстати, я самостоятельно коробки не открываю. Здесь было открыто, поэтому я достала и показала. Ой, смотрите, какой симпатичный коврик для посуды. Он сделан из какой-то ткани. А здесь вот как микрофибра, что ли. В общем, я думаю, он будет впитывать. Если ставить на нее мокрую посуду, на него, он будет впитывать. Появился новый чай, но мы его будем тестить. Я купила один, мы попробуем. Он в таких вот металлических штучках. Очень удобно. Симпатичные чайнички, но я такие не люблю, не мой стиль. А вот что мне очень понравилось, так это вот эти кружечки. МРС, 99 рублей. Прям вообще очень понравились. Классные, большие, на 300 мл. Вот еще интересная кружка Хамелеон. Если в нее набирать горячую воду, то она меняет свою картинку, стоит 200 рублей. Меняет картинку не сильно, прямо таз. Ну вот, например, видите, из вот такой вот в такую. Здесь не написано, а здесь написано. Вот чуть-чуть. Новый бекон появился. Грязненько чуть-чуть. А мы этот бекон будем тестить в продуктах. Зашла в другой фикс-прайс. Смотрите, какие здесь детские носочки прикольные, маленькие, тепленькие, с начесиком внутри. Для девочек, для мальчиков. Ой, розовенькие даже есть. Надеюсь, блин, звук тут хороший будет. Смотрите, нашла еще вот такие трусики фламинго. 3 в 1, 200 рублей стоят. Будем смотреть, себе возьму такие. Есть разные цвета. Бирюзовые, голубые, белые. В общем, там еще есть цвета. Прикольно, мне нравится. Смотрите, какие необыкновенные блокнотики. Они на замочках. Разные цвета. Umbrella, strawberry. Можно изучать даже английский. Фламинго. Красивые. Мягенькие. Мягенькие, а там внутри клеточка. Классные. А сколько стоят? 200 рублей, конечно. И к ним же такие защипочки. В цвет очень красиво подходит. Смотрите, какие-то блокноты, ежедневники. Вот, экобук. Только эти запечатанные, мы не увидим ничего. Здесь вот зеленое вокруг. Но я думаю, страницы там не зеленые, потому что вот здесь они коричневые, но если открывать, то они вот такие. Что-то в этом есть. Вот эти магнитики мне очень понравились, и я сейчас себе возьму еще. Думаю, может быть, взять вот эти конфетки. У меня вот такие вот есть. Кстати, они здесь одни, может быть, я их заберу. Еще вот такие есть интересные квадратики. Короче, очень удобно. Для холодильника всего 55 рублей. Смотрите, какую игрушку я увидела для деток. Настольная игра баскетбол. В общем, здесь дырочки, из которых выталкивается шарик. А это кнопочки, которыми можно управлять и закидывать в корзину мяч. Мне кажется, очень интересно может быть. Думаю, это стоит 200 рублей точно. Есть такой же еще и футбол даже. Я офигею, сколько всего для деток сделано. Смотрите, гладильная доска, памперсы для вот этой бэби, бэби-бон. Всякие кроватки, коляски. Что тут еще? Сейчас.
Кухня-плита. Вообще шкафчики всякие, миксеры, блин, у нас на кухне столько нет всего. Пылесосы всякие, чайники, отпариватели, охренеть. Еда. Смотрите, для кошечек какая милота. Для девочки розовый, для мальчика голубой. Подвешиваешь, и вот играет. Играет и царапает ногти. Вот я бы такую купила, если бы у меня котяра был. Надо Кристинке сказать. А сыр, смотрите, какой сладенький. Ваш питомец заценит. Смотрите, спонж для макияжа в виде пироженки. Макарони, мои любимые. Спонжик. Я взяла себе розовый такой. Вот, смотрите, одна бежевая красивая осталась. Бежевая с розовым. Тоже очень красивая. Вот эти яблочки и груши, их много. А вот здесь одна такая. Я розовую последнюю забрала. И еще смотрите, какой подсвечник красивый в виде розы. Ставим сюда и горит. Свечку ставим и горит вообще. Такой тяжеленький, красивый. Вон их сколько. Красиво смотрится. Еще не знаю, видели ли вы вот такие стильные бутылочки распрыскивать водичку. Я серебряные вроде видела, а вот такие черные нет, не видела. По 77 рублей. По-моему, очень стильненько. Новые симпатичные губки увидела. Более пористые, с белой жесткой поверхностью. И цветные такие яркие. Ну что, вышла я с Фикс Прайс. Сейчас ничего не взяла, потому что перед этим я была уже в Фикс Прайсе и набрала целую сумку и еды, и того и сего. Сюда зашла вам кое-что показать. В общем, такой небольшой обзорчик. Скажите, пожалуйста, как вам такой формат? Естественно, я не перейду со своего любимого формата просто сидеть, все разбирать на красивом фоне, чтобы ничего не шумело, никто не отвлекал. И, конечно, такой формат не очень удобно снимать, потому что свет не очень хороший, все в упаковке, не все рассмотришь, посмотришь, попробуешь, поржешь, да? И поэтому, как бы, не знаю, но вроде нравится людям такой формат, и я решила попробовать его. Скажите, нравится вам или нет, продолжать такое делать, показывать то, что я не буду брать, или буду брать и интриговать, и тестить, либо оставлять, может быть, свой формат, который есть. Вот. Вообще, я маме предложила такой формат, и говорю, попробуй. Я думаю, что она более будет детально какие-то вещи рассказывать, показывать. Ну, в общем, посмотрим. Жду ваши отзывы в комментарии. Если понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, тоже ставьте лайк. В общем, до новых встреч. Люблю, целую, пока!